Слушайте все. Иисус Христос — это реальная личность. И Он действительно 2000 лет назад пошел на крест, чтобы взять на Себя добровольно весь Божий суд за грехи всего человечества, за тебя и меня. И Он действительно воскрес третий день, как об этом написано в Библии. Воскрес ли Он сегодня в твоем сердце? Это самый главный вопрос всей твоей жизни. Если твой ответ «да», выходи сюда, как это сделал я, и прими Его святую любовь и Его прощение. Прямо здесь, прямо на этом месте. Я понимаю, для тебя это может быть первая молитва, и ты не знаешь, как выразить то, что ты сейчас чувствуешь. Поэтому я помогу тебе. Самое главное, чтобы вы верили сердцем. Пожалуйста, если кто-то будет со мной согласен, повторяйте за мной. Дорогой Иисус, я благодарю Тебя за Твою жертву. Господь, прости меня. Прости все мои грехи. Стань моим Господом и Спасителем, властелином моей жизни. Иисус, я принимаю Твою жертву как единственное средство для моего оправдания и встречи с Тобой в раю. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.